Здравствуйте, с вами снова Александр, и я хочу вам рассказать сегодня об очень-очень классной коляске от компании Joy. Это очередной хит продаж от компании Joy. Модель называется Mitrax. Сегодня мы с вами изучим. Вот, и в двух словах сначала о технических характеристиках вам расскажу. Она с 3 месяцев предназначена где-то до 3 лет ребенка. Вот, имейте это в виду. И почему она хит продаж? Вот если сейчас смотрите обзор, наверное, слышали вообще о бренде Joy. Есть моделька такая Lightrex 4, которая вот сделала хитом эту коляску. Будучи самой хитом Lightrex 4, это очень классная коляска, которая очень хорошая, имеет соотношение цены и качества, но в ней есть моменты, которые бы хотелось бы доделать. Вот, в этой модели услышали потенциальных покупателей Lightrex 4 и допилили все, что в той людям не нравилось. И у них это очень хорошо получилось. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим, чем же там, что в ней доделали. Рассмотрим саму коляску. И у меня есть хорошая новость для вас, для подписчиков моего канала. И когда досмотрите это видео до конца, вы как раз таки до конца его обязательно досмотрите, я вам расскажу, как эту коляску купить по более выгодной цене в магазине «Первая коляска». Вот. Для этого обязательно подпишитесь на канал, а потом я вам расскажу в конце, что нужно еще сделать. Вот. Так что с вами начнем изучать. Joy Mitrax называется полностью эта коляска. Начнем ее с вами изучать сверху вниз. Первое, что мне нравится, что доделали. Изменилась немножечко ручка. Ручка, она, в принципе, удобная и там, и здесь, но здесь ее обивочку изменили. Она эко-кожа с подстрочечкой. Хват реально классный, удобный. И теперь мы можем делать вот так. Регулировать ее по высоте. И регулировка по высоте телескопически — это удобнее, чем с наклоном. Я, отодвигая от коляски ее по высоте вверх, становлюсь сам дальше от коляски. При моем росте, у меня вот 186 сантиметров, я не пинаю ее ногами. Это очень удобно. В отличие от Lightrex, кстати, здесь теперь нету маленького органайзера, но есть вот такой вот подстаканничек. Не знаю, мне кажется, что в лоб, что по лбу, как говорится, и это хорошо. Вот. Козырек хороший был, что здесь, что в Lightrex. Вот. Единственное, об изменении сейчас расскажу. Здесь, кстати, есть смотровое окошечко с москитной сеткой. Здорово. Он сам по себе достаточно большой, но вы можете его еще увеличить на одну секцию простым движением. Открыли замочек и все. По бокам здесь есть тоже небольшие окошки с москитной сеткой. Вот. К козырьку вообще претензий нет. Вот. Что доработали? В Lightrex 4 здесь сбоку козырек никак к раме не фиксировался. Из-за этого здесь не была небольшая щель. И все мамочки кричали: ай-яй-яй, моему ребенку дует. Но на мой взгляд, нужно не забывать, что еще вот здесь все открыто, и дуть будет в любом случае ребенку. Ну вот этот момент почему-то не нравился. Но здесь не нравится — закрыли. Все ровно, все отлично. Вот. Что касается регулировки спинки, здесь она классным образом реализована. Вот. Нажимаем, поднимаем, опускаем. На мой взгляд, классная система, без заморочек. Ремешков нет. Вот. Что касается безопасности ребенка, все классически здесь. Пятиточная система ремней, мягкие накладки на паховой зоне, на плечевой зоне. Есть бампер тоже обит мягким материалом, ребенок об него не ударится, ничего. Вот. Что касается самого сидения, что мне нравится, оно стало больше. Спинка стала выше. И, по-моему, на 3 сантиметра, если память не изменяет, размер увеличился. И стало больше места для ребенка. Вот. Тактильно очень мягкий матрасик здесь вот используется. Тактильно приятные ткани. Они в Lightrex хорошие используются. Тканям вообще вопросов нет.
Что еще доработали, что мне очень нравится, это то, что вот эту часть сделали из, я не знаю, это резина, наверное. Ножками здесь всегда пачкает ребенок. На Лайтрексе ткань здесь, ее надо как-то чистить, стирать, что ли. Вот, здесь просто тряпкой протерли, и все отлично. Также, естественно, эта подножка регулируемая. Здесь есть ступенька для ребенка. Вот. В общем, сиденье, все здорово, все понятно. Вообще, полные технические характеристики я добавлю в описание. Посмотрите, там сантиметры, миллиметры, все увидите. Вот. Что касается самой конструкции, рамы. Рама не изменилась, она как была хорошей, так и осталась. Рама металлическая, сделана хорошо. Вообще никакого колхоза здесь нет. Швы, сварки, все очень аккуратненько, ничего не топорщится. В общем, без нареканий. Конструкция хорошая. Из нововведений, что мне очень-очень, я лично вот ценитель именно вот такой конструкции шасси, это вот резиновые колеса. Колеса резиновые, они дают очень хорошую плавность хода. На мой взгляд, комфорт ребенка – это очень важный момент. И эти колеса способны дать этот комфорт ребенку с помощью надувных колес, подкачиваемых сзади, и необслуживаемых колес, не подкачиваемых, если быть точным, спереди. Амортизация достигается не только за счет колес надувных, но и самой системы амортизации в шасси. Очень-очень хорошая амортизация здесь, она не жесткая. Вот я сейчас маленькое усилие прилагаю, чтобы амортизация отрабатывала, то бишь даже не тяжелый ребенок, его веса будет достаточно, чтобы коляска ехала комфортно. На передней части тоже есть амортизации, поэтому плавность хода тут отличная. Вот. Багажник, естественно, тут есть. Из плюсов, очень прочный материал самого багажника. Он глубокий, но доступ к багажнику, он ни о чем. Маленький, потому что реализован сюда, вот сама конструкция реализована таким образом, что сюда, ну, я не знаю, мячик даже вот обычный резиновый ребенка сюда надо запихивать, это неудобно. А если ребенка положить, соответственно, туда вообще забудьте, не доберетесь. В общем, как-то так, он вроде и есть, ну вот пользоваться им не всегда очень удобно. Вот, это что касается багажника. Вот, в принципе, что еще я вам не рассказал? В принципе, все рассказал о коляске. Давайте покажу, как она складывается. Здесь спереди под ребенком есть специальный отсек. Там есть волшебный ремешок, за который мы дергаем, и она складывается. Коляска стала чуть тяжелее Лайтрекса 4. Она весит, если не изменяет память, 11 с чем-то там, по-моему, 800 грамм. Вот. Но она стала чуть тяжелее, но то, что в ней доработали, это все компенсирует. В принципе, 11,5 килограмм, грубо говоря, это немного. Зато она компактная, удобно транспортируемая. Из минусов хочу отметить, что она раскладывается не внутрь, а наружу. И получается, что как бы вы ни клали, вы будете, ну, запачкаете коляску. Поэтому класть лучше со стороны ног на землю. Ну, или багажник, куда угодно. Вот. В принципе, все. Вот. Поэтому о коляске что хотел рассказать, я вам рассказал. А теперь давайте подытожим. Вообще, Lightrex 4 мне нравится коляска, неплохая коляска, скажем так, это копия вот этой, но с моментами недоделанными, что сделали здесь. Вот, поэтому все учли, все доделали, все моменты в Майтрексе, и она теперь стала коляска идеальной, можно сказать. За свои деньги она стоит там что-то чуть меньше 20 тысяч, ну, ссылку в описании я добавлю. Вот, и за эти деньги это отличный вариант, который подойдет 90% родителям, потому что если вам не нравится тяжелый, ну, ее вес, а это единственное, что вам может не понравиться, то все остальное вас устроит точно. Очень хороший вариант за эти деньги.
И если хотите эту коляску купить еще дешевле, в описании к этому видео я добавлю промокод, который нужно будет вам скопировать. И по ссылке магазина «Первая коляска» в описании пройдете по ней. И оформляя заказ на эту модель Джоя, обязательно добавьте в комментарии этот промокод. И вам будет скидка от первой коляски по этому промокоду, и вы купите ее дешевле, причем ощутимо. Поэтому воспользоваться этим моментом вы можете сразу же, после того, как увидите это видео. Промокод будет действовать с того момента, как выйдет это видео на канале. Вот. Ну, а, собственно, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Большое спасибо первой коляске за предоставленную коляску Joy Mytrax на обзор. Большое спасибо. И всем подписчикам, зрителям канала хочу пожелать удачи, хорошего, правильного выбора. И всего доброго. До свидания.